Всем привет, и сегодня мы будем готовить мое, в принципе, любимое блюдо, одно из любимых моих блюд, точнее, это будет закуска. Закуска будет состоять из сосисок, но, собственно, не в сосисках, собственно, дело, да, а главное тут это сам соус, который готовится именно для этих сосисок, или, точнее, сосиски в этом соусе. Как называется блюдо, я точно не могу сказать. Почему? Потому что я когда-то давно-давно посмотрел его в интернете, да, и теперь постоянно, допустим, если очень быстро нужно приготовить закусь, допустим, к чему-нибудь, к какому-нибудь празднику, то, собственно, я это готовлю. Ну, и также готовится это на природе, в котелке, это вообще бомба, класс. А сегодня мы будем готовить в домашних условиях. Поехали! Итак, первым делом у нас должна быть сковородка, да, и мы в сковородку добавляем тростниковый сахар. Он у меня в кубиках, к сожалению, придется растапливать. Где-то грамм 100 тростникового сахара коричневого. Да? Включаем плитку на маленьком огне. Нужно этот сахар растопить. Ну, в принципе, кубики эти расставляются быстро. То есть мне его главное, чтобы не было этих кубиков. Превращаем в такую кашицу. Все делается на медленном огне. Все готовится абсолютно на медленном огне, потому что на сильном огне это все сгорит. Поэтому это нужно тоже обязательно учитывать. Сахар я уже почти растопил. И в принципе я скажу так, что если нету тростникового сахара, можно использовать либо мед, либо обычный сахар. Но тогда, конечно, вкус будет еще другой. Итак, вот я растопил уже сахар. Теперь вливаем сюда вустерский соус. Надо его тут сюда где-то... Ну, тут у меня 100 мл. Нужно где-то 50 мл точно. И обязательно помешиваю, чтобы оно не пригорело. Обязательно. Вустерский соус. Обязательно. Так. Где-то 50 мл. И делаем средний огонь. Дальше топим сахар. Так, сахар растопил я. Теперь мы добавляем где-то тут у нас, не знаю, короче, соус барбекю. Можно, в принципе, добавлять его по вкусу, но я добавлю тут грамм 100. 100 грамм. Ну, это, в принципе, зависит от количества тех самых сосисок. У меня сосисок много, поэтому и соуса тоже нужно много. Ну, 100 грамм соуса барбекю сюда у нас идет. О, так. Тоже перемешиваем. Аккуратно. Аккуратно, чтобы не разбрызгать. Отлично. Также добавляем сюда кетчуп. Либо можно добавить томатную пасту. Ну, поскольку томатной пасты у меня нет, я добавляю кетчуп. Кетчупа тоже столько же, ну, даже чуть меньше. И опять помешиваем, делаем средний огонь. И это все помешиваем. Помешали. Добавим чуть-чуть горчицы. Горчицы мы добавим сюда чуть-чуть сладкой. Американской. Где-то 2 столовые ложки хватит, я думаю. И снова помешаю. А, еще, кстати, сразу можно добавить паприки. Я сюда добавлю 2 чайные ложки. Тут у меня остатки. Копченая паприка. И опять начинаю мешать.
Наш соус готов. Теперь можно выкладывать сюда сосиски. Сосиски маленькие вот такие вот, да, малютки. Именно такие нужно покупать, потому что именно такие сосиски делаются в этом соусе. У меня тут почти килограмм, короче, этих сосисок как раз. Самый раз. Еще добавляем. И перемешиваем и тушим прямо в сковороде. Довели до кипения, делаем небольшой огонь и даем, короче, этим сосискам томиться. Нам нужно чуть-чуть выпарить отсюда влагу для того, чтобы соус у нас был более тугой. Ждем. Так, ну вот 10 минут прошло, соус загустел, супер. Единственное, что такое вот, я вам всем рекомендую делать это все, я как правило делаю в котелке, то сейчас на сковородке. Почему? Потому что это все бульгает и все разбрызгивается, поэтому будьте обережнее. 5 минут еще прошло, сосисоны уже готовы. Запах обалденный. Можно идти за пивом. А вы напишите в комментариях, как вам такое блюдо. И готовили вы такое. Всем до новых встреч. Пока.